Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Водохреща 2021 року. Традиції, правила та заборони. Сьогодні про все це будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати у нашому прес-центрі протоієрей Максим Злобін, священик Української православної церкви Свято-Покровської церкви міста Дніпра. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж означає свято Водохреща? Праздник Крещения Господня – это событие, которое совершилось 2000 лет назад. Это переломный момент в истории спасения человечества, когда на реку Иордан пришел Господь наш Иисус Христос и принял водное крещение от рук Иоанна Крестителя. С тех пор мы совершаем это празднование, событие, которое вспоминаем и радуемся тому, что благодаря событию Крещения Господня каждый человек имеет возможность тоже принять свое крещение и быть членом Церкви Христовой. Вот такое вот событие, такой праздник. Ну вот, если говорить саме про его историю, если можно, более детально. Об этом событии повествуется, в первую очередь, конечно же, в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, от Луки, от Иоанна. И суть этого события в том, что во время водного крещения Иисуса Христа произошло явление Святой Троицы. Бог открылся для человечества в полноте своей сущности. Всех трех лиц. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Отец с небес провозглашал славу Божию, славу Сыну Своему. Христос телесно крестился в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сходил на Господа Иисуса Христа. И через это водное крещение Господь Иисус Христос, что очень важно нам отметить, Он совершил освящение водного естества. А мы знаем с вами, что вода – это необходимый элемент жизни каждого человека, поэтому, освятив иорданские струи, воду, Христос освящает самое главное, нужное для человека. И с тех самых пор и мы в новозаветное время, имея возможность быть членами Церкви Христовой, в принципе, принимаем тоже водное крещение. Поэтому вот такая история начала спасения рода человеческого. Крещение как преобразование, избавление от греха, проклятия и смерти. Ну, от ви вже зазначили, що ми теж у цей день прийнято там купатися у полонці. Розкажіть, як святкують водохреща? Можливо, є якісь традиції та обряди? Крещение Господне, в первую очередь, это, конечно же, не светский праздник, а праздник церковный, религиозный. Поэтому все-таки мы должны праздновать его, в первую очередь, духовно. Мы должны прислушаться к голосу Церкви, что говорит нам Церковь. Поэтому отмечаем мы этот день в духовном единстве, в молитве. Мы посещаем богослужение, вот накануне крещения, в крещенский сочельник мы приходим в храм, мы молимся за божественной литургией. Это день, когда верующие вкушают так называемую голодную кутью, соблюдают строгий пост для того, чтобы, помолившись, очистившись, приняв таинство исповеди, Евхаристии, принять в конце богослужения уже и великую агиасму, то есть святую крещенскую или богоявленскую воду. Вечером мы собираемся на богослужение накануне самого дня крещения Господня. И 19 января верующие собираются в храм Божий на божественную литургию, в конце которой также повторяется чин освящения воды. То есть два раза он проходит. 18 января – праздник сочельника крещения Господня, и 19 января. Освятив воду, мы эту воду берем к себе домой, помазываем ей больные места, принимаем вовнутрь, пьем с молитвой, храним эту воду возле святых икон в молитвенном уголке, окропляем свое жилище. Очень важно это отметить, что мы не просто набрали, осветили и поставили дома. Обязательно каждый верующий приходит домой, окропляет этой водой все помещения, все свое жилище. Ну, до речі, таке цікаве запитання, не знаю, наскільки воно правильне чи неправильне. Багато хто ставить просто, наприклад, там якусь пляшку з водою у цей день на вулицю, не ходячи до церкви. Чи вона стає святою, чи це якийсь вже така забобон, можливо? Ну, этот предрассудок, если можно так сказать, он связан с тем, что много десятилетий верующие люди в эпоху атеизма были оторваны от церкви, и не было просто физически возможности
прийти в храм, набрать воды, прийти в храм и освятить эту воду. В наше время храмы открыты, слава Богу, гонений на верующих таких нет, которые были раньше, поэтому все-таки мы рекомендуем, не поленившись, встать утречком, пойти в храм. Если мы не можем, если у нас рабочий день, бывает такое, да, то мы, конечно, можем кого-то попросить из родных и близких, люди придут, освятят эту воду, и эту освященную воду уже будем принимать. Поэтому, если человек живет в каком-то отдаленном поселке, селе, где нет церкви, ну тогда уже что делать? С верой, с надеждой, я думаю, если он поставит эту воду, скажет: «Господи, вот такие условия, ну нет у меня возможности, сам освети воду сию», то я думаю, Господь по вере этого человека даст ему просимое. Дякую за відповідь. А от ми сказали за такі правила, а що ж не можна робити у день хрещення Господнього? Ви знаєте, дуже часто, завжди накануні великих праздників нам задають питання: «Ой, що можна робити, що не можна?» Мы должны понимать и знать самое главное. В любой православный, великий церковный праздник мы должны остерегаться греха. Праздник не должен стать для нас поводом ко греху. И в этой связи хочется сказать, что вопросы по типу: «А можно ли стирать? Можно ли шить? Можно ли отдыхать? Можно ли спать?» Это вопросы, которые задают те люди, которые не совсем еще поняли природу праздника. Они не совсем понимают, какое значение несет в себе праздник, ну, крещение Господня, Пасхи и любой другой праздник. Поэтому мы всегда говорим: если вы были в церкви, вы помолились, вы пообщались с Богом, вы посетили своих родных и близких, у вас на душе светло и радостно, пожалуйста, вы можете прийти домой и совершать все свои будничные дела, потому что ритм жизни такой стремительный, такой быстрый, что другого времени у нас может просто и не быть на это. А скажите, будь ласка, вот, можливо, є якісь прикмети та повір'я цього дня? Что касается вот таких вот поверий, предрассудков, конечно, если мы берем и говорим о приметах, то эти приметы, они были основаны на жизни наших предыдущих поколений, на жизни тех людей, которые имели свою историю, свои традиции в те времена. И вот выходили они утречком на крещение, смотрели на солнышко и примечали, от этого и само значение слова «приметы». И эти приметы они себе записывали. Что касается вот таких вот обрядностей, поверий, то, конечно, мы должны помнить, что в древности, даже 100 лет назад, после крещения начинался уже свадебный сезон, свадебный период, когда люди, отпраздновав богоявленские праздники, святки, которые сейчас проходят, они занимались своими делами и начинали вот на праздник крещения заботиться о том, как удачно жениться или выйти замуж. Еще напомню о том, что и в моем детстве, и в детстве многих моих ровесников был такой замечательный обычай, которому учили наши бабушки, наши дедушки, придя в день крещения из храма, окропив все святой водой, обычной свечой, которую покупали, брали в храме, делали своими руками, на косяках дверей и окон наносили этой свечой, вот мы говорим, коптили изображение креста, четырехконечного креста. Люди верили, что этот крест будет хранить от всякого зла, от злой силы, от тех сущностей, которые нам мешают, и вот таким вот образом делали вот такие изображения креста и обновляли их каждый год. Все остальное является предрассудками, суевериями. Конечно, мы не рекомендуем вдаваться в эти подробности и тратить драгоценное время на это. Ну, до речі, ми з вами говорили до початку прес-конференції на таку цікаву тему, що багато хто вважає, зараз ви скажете, помилково чи ні, що до 19 січня потрібно обов'язково з дому прибрати ялинку, яка була прикрашена до Нового року. Чому це так? Чому багато хто так вважає? Опять же таки, возвращаемся к эпохе атеизма, когда все наши устои, традиции украинские, исконные, были нарушены, поэтому появились новые традиции. Однако же мы должны понимать, что период от Рождества до отдания праздника Богоявления – это период, который мы называем святками, святые дни. В древности мы праздновали Рождество и Крещение в один день.
Начиная где-то примерно с 4-5 века, эти праздники начали на Западе, в Западной христианской церкви, в Восточной церкви, они начали разделяться. Поэтому, имея на сегодняшний день святые дни, мы имеем возможность праздновать Рождество Христово, или, как мы говорим, новогодние рождественские праздники в этот период. Поэтому мы стараемся елку новогоднюю, рождественскую в эти дни не убирать. Мы ее держим дома, мы радуемся, мы проводим эти дни больше с родными и близкими, собираемся за общим столом, а уже когда отпразднуем крещение Господне, то новогоднюю эту праздничную елочку мы убираем. Однако же не стоит забывать, что есть отдельно каждая семья, в каждой семье есть свои традиции, есть свои какие-то устои, которые тоже, я считаю, нарушать не стоит. Поэтому пусть будет мир, тишина, любовь, взаимопонимание. А когда убирать елку? Пусть каждая семья решает сама. Дякую вам за відповідь. Ну і, певно, таке найцікавіше запитання з приводу занурення в ополонку. Хтось робить це, хтось вважає, що це буде так погано, для, можливо, для здоров'я, і не занурюється. Розкажіть, будь ласка, як це робити правильно і чи обов'язково взагалі занурюватися цього дня в ополонку? Ви знаєте, ну, в церковних книгах ми нігде не знаходимо такого обичая, такої традиції, як окунання в воду, в ополонку, в прорубь. Это традиция, которая берет свое начало, ну, где-то, может быть, 100 или 200 лет назад. Плохо это или хорошо? Нельзя сказать, что это плохо, конечно же. Если человек с верой, с любовью к Богу, с надеждой на Бога, с молитвой идет на источник водный, который освятил священнослужитель, и после молитвы он с молитвой, перекрестившись, окунается в честь Святой Троицы трижды, то, конечно, эта традиция прекрасная. Если же человека, а сейчас, к сожалению, так часто бывает, путает церковный праздник с поводом ко греху и занимается непотребством, то есть находится в состоянии алкогольного опьянения, совершенно не понимает, какой сегодня праздник. Вот все идут купаться, все окунаются в прорубь, и я пойду. Если он находится в состоянии хронических заболеваний, то, конечно, такому человеку окунаться не стоит. Это будет и грех ему, это будет и такое, знаете, дерзость такая нехорошая, и, конечно, он может повредить своему здоровью. Поэтому мы рекомендуем всегда верующим с умом подходить к вот этой доброй, хорошей традиции окунания в прорубь. Здоров! Хочешь омыться святой водой, пожалуйста, омывайся. Но это не является обязательным элементом празднования Богоявления Господня. Центр – это литургия, это причастие, это соборная молитва, это чин великого освящения воды. Тобто, в першу чергу, якщо ви вирішили все ж таки окунутися в воду, потрібно повністю розуміти, для чого ви це робите, повністю віддаватися святу. А можливо, якісь помилки роблять люди під час занурення? От ми сказали, там у стані алкогольного сп'яніння. Да. Можливо, є ще якісь помилки? Так, саме головний такий от казус, який ми з года в год слышимо, і я сподіваюся, що ця прес-конференція поспособствує тому, щоб люди задумались. Пожалуйста, дорогі друзі, браті і сестри, дорогі наши соотечественники, окунание в прорубь не избавляет нас от грехов, как многие думают. Вот я раз в год окунулся, и я теперь чистый, как младенец. Не путайте этот обряд с великим таинством крещения, где действительно по вере того, кто крестится, по благодати Божией человеку прощаются все грехи до момента принятия таинства крещения. Это добрая традиция, крещенские купания, но они нас не избавляют от греха. Святая вода, как носитель Божьей благодати, освящает наше плотское духовное естество, помогает нам жить в святости, но грехи нам прощает Господь только тогда, когда мы в них каемся, пытаемся исправляться, и, как правильно вы отметили, тогда, когда мы осознанно живем духовной жизнью и празднуем осознанно каждый праздник. Розкажіть, будь ласка, як буде святкуватися водохреща саме у нашому місті, у Дніпрі?
Да, в Днепре все пройдет так же, как и в прошлые годы, в плане празднования религиозного. Будут совершаться службы и сегодня, и завтра в храмах города. Затем люди уже, конечно, не в таком организованном порядке, как ранее, потому что мы понимаем, в какое время сейчас мы живем, это условия карантина. Люди смогут прийти на источники водные, принять купание, покупаться, кто хочет, с молитвой, соблюдая все правила. А так, в основном, мы будем праздновать, конечно же, крещение Господне во храме Божьем, на литургии, читать молитвы, читать определенные тексты, в которых разъясняется смысл этого праздника. Потом принесем водичку домой, и то, о чем мы уже с вами говорили, окропим святой водой, сами испьем этой святой водички. Кто живет в частном секторе, в селах, в поселках городского типа, обязательно пойдет в хлев, в сарай, окропит эти сараи, окропит своих домашних животных, то есть призовет Божье благословение. Поэтому таким вот образом будем, конечно же, стараться все праздновать этот праздник, конечно, по-христиански. Тобто якихось особливостей через карантинні обмеження не буде? Особенности в том, что мы будем призывать верующих и сами контролировать исполнение правил карантина. Это обязательно. Для того, чтобы наши верующие не подвергались опасности, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно везде, в том числе и в храмах Божьих в этот день. Поэтому призываем всех соблюдать правила, носить маски, средства индивидуальной защиты. Если вы чувствуете какое-то недомогание, то в этот день лучше будьте дома. Побудьте дома, помолитесь. Господь даст исцеление, Господь даст ослабу, придете в другой день, обратитесь к священнослужителю, придете со своей тарой какой-нибудь, с баночкой, и вам обязательно священнослужитель нальет этой крещенской святой воды. Що ж, я дуже вам вдячна. Хочу, щоб ми так, підсумовуючи нашу прес-конференцію, ви привітали або, можливо, дали якусь настанову нашим зараз глядачам. Будь ласка. Я хотел бы поздравить всех с праздником Богоявления Господня и пожелать каждому из нас осознанной веры, крепкой надежды и всеобъемлющей любви, для того, чтобы эти праздники проходили для нас не столько внешне, чтобы мы немного задумывались над смыслом внешнего проведения праздника, а наиболее задумывались над тем, как духовно провести этот праздник, чтобы событие явления Христа на Иордане 2000 лет назад послужило и для нас толчком к очищению. Господь осветил водную природу, показал нам то, как можно осветить наше тело и нашу душу. В чем да поможет нам всем Господь. Всем желаем здравия души и тела и поздравляем с праздником Крещения Господня. Що, і вас ще раз дякую вам. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про водохреща цього року, про правила особливості цього свята, його взагалі святість, якщо можна так сказати. Допомагав нам відповідати на усі наші запитання протоієрей Максим Злобін, священник УПЦ Свято-Покровської церкви міста Дніпра. Ще раз дуже вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте.